В Сургуте водолазы нашли тело подростка, утонувшего на реке Черная. Инцидент произошел накануне. Молодые люди отдыхали на неофициальном пляже в черте города. Подросток зашел в воду вместе с друзьями и пропал. После дознавателей выяснили, плавать парень не умел. Практически сразу на его поиски вышли спасатели, патрулировавшие берег. Только недавно водолазам удалось обнаружить тело юноши. Добавлю, с начала июля в Сургуте утонули 2 человека. Первый случай зафиксировали неделю назад. Подростки предоставлены сами себе. И вот они мелкими группами у нас баражируют по городу, в том числе находятся на водных объектах. Это представляет большую угрозу для их жизни.